Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1020. В первый день турист прошел 5 четырнадцатых всего пути. Давайте сразу писать краткое условие. Первый день 5 четырнадцатых пути. Во второй день 7 четырнадцатых пути. Известно, что за эти два дня турист прошел 36 километров. Сколько километров составляет весь путь туриста? То есть весь путь неизвестно сколько километров. Ну и так как нам известно, сколько километров турист прошел за первые два дня, давайте узнаем, какая это часть пути. Для этого нужно 5 четырнадцатых, то есть ту часть пути, который прошел турист первый день, сложить с 7 четырнадцатыми, то есть с той частью пути, которую турист прошел во второй день. 5 плюс 7 будет 12. И знаменатель остается тот же, 14. 12 четырнадцатых пути турист прошел за 2 дня. То есть 12 четырнадцатых – это 36 километров. 12 четырнадцатых – это часть от всего пути. Это значит, что весь путь был разделен на 14 частей. А за 2 дня турист прошел 12 из этих 14 частей. То есть 36 километров – это 12 частей из 14. И если мы 36 разделим на 12, мы узнаем, сколько километров составляет одна часть. Весь путь – это 14 частей, поэтому нужно еще умножить на 14. 36 разделить на 12 – будет 3, и 3 умножить на 14 будет 42. То есть 42 километра – это весь путь. Ответили на вопрос задачи, можно записать ответ. 42 километра. И выполнили задание 1020. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопросов, предложений или пожелания подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.